Мы должны понимать, сколько мы закупаем оптом в розничную сеть алкогольной продукции, вплоть до пива. И мы должны понимать, сколько розничная сеть дальше продает этой алкогольной продукции нашему населению. Сегодня эта информация, она, к сожалению, не совсем достоверна. Это в какой-то степени пол, потолок, стены. А имея данную систему, мы сможем уже четко вести контроль и учет. Понятие нигде не те административные структуры, которые сегодня у нас занимаются в этом направлении. Необходимо социальное, необходимо для жизнедеятельности другого населенного пункта. Каждый день работали и также давали соответствующие заключения. Стараюсь на них ответить. Пожалуйста, мы приняли где-то 135 законопроектов. Сегодня одной рукой мы закрываем деревни. Это тоже участниками. Как смотрятся эти проблемы? И находят ли они свое решение? Если не будет собственник земли эффективно и пользоваться и распоряжаться.